«Матвей, живи!» – благотворительный концерт в поддержку 10-месячного малыша из Рубцовска, который страдает серьезным генетическим заболеванием, пройдет в эту пятницу в Барнауле. У Матвея спинальная мышечная атрофия. Совсем скоро мышцы мальчика совсем ослабеют, и он не сможет двигаться, а затем и самостоятельно дышать. Без своевременного, дорогостоящего лечения малыш проживет не дольше 2 лет. На лечение требуется 42 миллиона рублей. 7 благодаря неравнодушным уже удалось собрать. А в эту пятницу в барнаульском ДК «Сибэнергомаш» в 7 часов вечера пройдет благотворительный концерт в поддержку малыша, где выступят 12 детских танцевальных коллективов. Родственники призывают прийти и помочь. Ждем всех. Все равно всех разместим. В фойе ДК будет проходить благотворительная ярмарка, где также дети и желающие, вот, сделанные своими руками, будут продавать. И все деньги пойдут, естественно, на благотворительность. Все деньги отправим на лечение.